Здравствуйте, друзья! Некоторые наши зрители, не будучи уверенными в своей, как бы сказать, моральной стойкости, спрашивают, как бы не будет ли проблемой, что они приедут в США, а с ними на работе будут заигрывать американки. Спрашивают, американки вообще заигрывают на работе? И первое, что мне вспоминается на эту тему, это анекдот, когда мужик приходит там, ну куда там, в офис, и говорит, сотрудник говорит, ты представляешь безобразие, и шел по улице сегодня, полная улица, голых баб. Он говорит, как? Высовывает голову там в окно, смотрит, и говорит, где же они голые, они же все в одежде. Тот говорит, в одежде они, а под одеждой что? И вот к чему я рассказываю, что не заигрывают ли, значит, эти самые американки. Так это ж как посмотреть, понимаете, вот смотришь, улыбается, думаешь, наверное, заигрывает. Что бы она стала просто так улыбаться? Или вот, например, говорит, хай, говорит, да? И один человек думает, что это она? И говорит, ну, тоже, говорит, хай. А другой человек, она ему говорит, хай, а он говорит, конечно, хочу, да? Значит, поэтому, если мы серьезно уже начинаем к этому вопросу, наверное, есть такие, что заигрывают. То есть я не удивлюсь, если есть такие, что заигрывают. И, скорее всего, это будет связано, может быть, с каким-то более низким уровнем образования, какими-то совсем простыми работами, где людям как бы в голову не приходит, вот, что это может быть как не так там воспринято. Они не знают, не слыхали о политкорректности, может быть, им там как-то не говорили там о харассменте. Но в общем и в целом общество, конечно, наслышано, и в курсе, и, ну, если у кого-то гормоны играют, и она как-то вот кокетничает там, или вам, скорее всего, вам даже показалось. Ну, вот у нас случай был, я, по-моему, рассказывал, но я еще раз расскажу. Приехал человек из лесистой местности там, в европейской части бывшего СССР, не будем точно пальцем показывать. Значит, и он рассказывает, представляешь, говорит, вот только приехал, он там 3 дня в стране, попал первый раз в кафешку, его знакомые повели. И он говорит, представляешь, говорит, девушка, мексиканка, на раздаче, а мужик лет 50, тоже не пацан. И говорит, так улыбалась. Я говорю, как улыбалась? Он говорит, ну вот если бы она у нас так улыбалась, все, говорит, снимай передник, пошли в кусты. Поэтому, что я хочу сказать, ребята, не бойтесь. Вот, а если, значит, вдруг почувствуете, что вас домогаются прямо на рабочем месте, вы прослушаете Высоцкого песню «Инструктаж» о том, как человек уехал за границу. И, значит, вот там его учили, говорит, там, если будут там чего, говорит, нет, ребят, демократы, только чай, там, и так далее, вот, значит, и не поддаваться. «Руссо иммигранто, облико морали». Вот на этом я закончу.